Доброе утро, ребята! У меня мокрая голова. Помыла голову, уложила кудряшки и думаю, не собрать ли волосы в какую-то прическу, потому что мне жарко. У нас сегодня очень хорошая погода, до 23 градусов обещают. Мне жарко, да. Я знаю, что кто живет где-то там на югах, для вас 23 градуса, это холодно, но я уже сижу, вот хочется футболку снять. Я сижу рядом с открытым окном, проветриваюсь максимально, это я еще в пригороде живу, и тут еще не 23, но мне уже не очень. Кстати, пока сидела, красилась, увидела, мимо окна пролетела сетка, вот, которая на окнах. У кого-то выпало, я не знаю, может кто-то окна мыл или еще что-то с верхних этажей. Я на всякий случай выглянула, посмотрела, не пролетел ли еще кто-нибудь вместе с этой сеткой. Но нет, просто отвалилась сетка. А то после событий, которые были в доме рядом, как-то неуютно, когда что-то летит. Я сегодня что? Я смонтировала влог, да, с утра, как обычно, и очень долго мучилась с обложкой. Если вы видели, у меня изменился дизайн обложки, потому что приложение, которым я раньше пользовалась, оно очень классное, очень удобное было. Я его использовала не только для обложек на YouTube, но и для своих учебных проектов, потому что там очень здорово можно было делать майн-карты, большое количество шаблонов. Но мне только сейчас осталось самому поднять губу два раза. А, у Рексы, понятно. А я тогда спокойно лежала. Понятно. Как будто у меня в руках молоток и самую зубу. Общается с собакой. В общем, это приложение, к сожалению, больше недоступно в России, потому что это приложение было иностранное, и они вывесили, что поскольку у России такая вот внешняя политика, типа мы вас больше не будем обслуживать. Я нашла еще одно приложение, которое очень сильно уступает по функционалу, но там хотя бы можно делать классные обложки для видео. А вот последнюю неделю, то, что поменялся дизайн, это я делала в новом приложении. Но сегодня у меня кончился пробный период, и я столкнулась с тем, что я не могу оплатить подписку на год, потому что ее надо оплатить через App Store, а я русская, и поэтому я не могу оплатить свои покупки в App Store. Вот, и, конечно, короче, тут голову ломала, гуглила все, как пополнить. Пополнить можно App Store вроде бы пока что с Теле2, ой, нет, с МТС и Билайна, но у меня Теле2. Вот, поэтому я не знаю, что делать. И, конечно, ну, Артемий, отстань от собаки! Не трогай ее больше! Конечно, ситуация ухудшается с каждым днем, и я не знаю. Мы, конечно, у нас очень великая страна, очень могучая, очень богатая, но у нас нету ни программного обеспечения хорошего на уровне для монтажа видео, только любительского, типа Мовави. У нас нету программ для обработки фото. Если вы знаете какие-то приложения, которые работают, или сайты, вот чтобы делать, ну, такие обложечки, напишите мне, пожалуйста, российские, да, которыми можно пользоваться. Я не нашла достойных аналогов, у нас этого просто нет. Ну, я уж не говорю о том, что, российских ноутбуков не существует, и операционных систем, ну, у нас этого всего нету, короче. Вот, но мы очень богатые и могучие, нам все время в новостях рассказывают, как у нас все хорошо, и мы все сами сделаем. Мы, конечно, когда-нибудь сделаем, но я так понимаю, что лет 10-15 нам придется пожить просто, ну, кто там, Иран под санкциями живет, да? Ну, Артёш, ну что ты меня щекотишь, что ты хочешь? А, открыли окно. Ой, закрыть! Зачем? Тебе душно будет, очень жарко. Вот, короче, санкции эти давят на меня с самого начала. И, ну, у меня красный паспорт, да. Я с ним живу, мне никуда от этого пока не деться. Я не знаю, что делать. Печально, короче, печально это все. Вот, ну, в общем, ребят, если вы знаете какое-то хорошее приложение для дизайна, которое работает в нынешних условиях, пожалуйста, поделитесь, буду очень благодарна, потому что это импортозамещение в моем случае что-то очень плохо работает и неуспешно. Вот, а я сейчас что, у меня остался примерно час, ну нет, полтора, надо
подзаняться уборкой, наверное. Мы сегодня едем в город, поедем на электричке, потому что я за руль не хочу садиться, у меня от этого тонус, поэтому я лучше пройдусь, проедусь. Ну, это будет в 3 раза дольше и сложнее, но все равно как бы я здоровее буду. Вот, поедем на электричке. Сегодня у моего дедушки день рождения, дедушки Вовы. Только я не помню, сколько ему лет. Или 87, или 88, я вам точнее скажу, когда приедем. Уточню у именинника. Ну, в общем, близимся мы к порогу в 90 лет. Дай Бог, дедушка-то живет, здоровье ему. Вот, обязательно сегодня увидимся. Хотела я испечь какой-то торт, потом подумала, а как я повезу торт, если я еду пешком. Ну, в общем, я ничего не стала готовить. Вот. Ну, хочу ему в подарок меда вкусного купить. Еще мы с мамой всегда вместе подарок покупаем. Мама ему крутые штаны нашла, Adidas. Вот. Так что как бы подарок есть. Но все равно с пустыми руками не придут. И сейчас покажу, какую подлянку. Фу, сейчас подождите. Чтобы встать, надо, чтобы живот отпустило. Тренировочная схватка. Короче, Алишер принес форму рабочую свою постирать. Я проверила все карманы, вытащила кучу болтов и гаек, постирала эту форму, со стиралкой все в порядке, достаю и понимаю, что форма, ребята, она опять в бумаге. Вечером приходит Алишер и говорит, ой, а у меня там во внутреннем кармашке было несколько кусочков туалетной бумаги. Я говорю, ну ты засранец. Вот посмотрите. Я только очистила практически все, осталось только мое вот это платье, вот оно в каком виде. И тут мне еще Алишер подложил. Я говорю, ну жди неделю. Почищу, конечно, но мне некогда. Вот, а вот так я выгляжу. Живот уже прям внушительный. Такой большое пузико. Растяжек нету. Новых никаких. Темная полоска появилась. Ну, это гормонально, это она потом уйдет. Вот это темное, это шрам рядом с пупком. Ну, и видно вот эти 3. Но их на самом деле больше. Вот. Вены тоже начали проступать, ну как с Артешей. Ну, короче, живот, в принципе, пока еще не такой уж и большой с Артемием. На финальных стадиях он был больше весьма. Так что растем, растем, растем. Я сейчас хочу вскрыть посылку. Мне пришла вчера. Короче, мне предложили на обзор духи на распив. Первый раз такое пробую. Мне стало интересно, я согласилась. Вот. И здесь у меня 2 аромата. Сейчас я их распакую. Но потом подробно уже расскажу в инсте. Мне просто интересно, я знаю, как они выглядят. О, как они круто запакованы. Прям вообще. А еще мы сейчас посмотрели. У Артемия есть сандалии на вырост. Но кажется, он будет ходить в них в садик осенью. Потому что они, как и кроссовки, на размер велики. То есть я впервые за много лет, за всю его жизнь промахнулась с обувью. Сейчас приду. Не на 1 размер больше, получается, купила, а на 2 размера. Потому что они, эти сандалии... Ну, короче, больше мерят. И кроссовки тоже. Где-то я туда брала в Мазаркет, что ли. Короче, надо будет сейчас, когда поедем, зайти по пути в детский магазин и купить сандалии, потому что иначе у меня ребенок спарится просто по такой жаре. Ходить в кроссовках. Нотки называется этот инстаграм-аккаунт. Вот это прелесть. А дашь мне лаваша? Нет, я не дам тебе лаваша, я готова дать тебе суп. Ой, здесь у нас еще что-то. Я не буду сейчас распаковывать, надо будет заснять на телефон. О. Ты же суп вчера не ел. Если суп, у меня гречка. Ну, гречку ты вчера ел, сегодня будешь кушать суп. Я кому суп варила? Нет, вы посмотрите на это лицо. Суп надо кушать обязательно, а то он испортится. Папа его же кушает. И ты должен. Все должны. Суп это полезно. Иногда надо съесть. Че? Там все то, что ты ешь. Мясо, картошка, морковь. Ну, ты его ел в садике, еще и дома поешь. Да, да только в садике. Почему? Там каждый день суп.
Ну и сегодня разочек, а завтра будет без супа и послезавтра. Не, Артемий, при учете того, что мы едем сегодня на праздник, где наверняка будут сладости, которые ты будешь просить, давай ты с утра поешь полезную еду, а потом у бабушки с дедушкой я тебе побольше сладкого разрешу. Ну, давай. Вечером же будет у бабушки с дедушкой заседание. Так, пошли смотреть, что тут. Смотрите, как я мальчика одела сегодня. Шорты у нас такие крутые. И поло. А повернись ко мне лицом. О, какой красавчик. И сейчас зайдем в магазин, купим сандалии. Ты крутой. Надо, может, и кепку купить. Хотя бабушка завтра на дачу поедет. Можно ее попросить забрать. Кепку. Давай, купим кепку. Ну, посмотрим, зайка. Если будет какая-нибудь, не за миллион рублей, то купим. Почему кепки за миллион? Ну, бывают дорогущие кепки. Ну, кто тушит? Да, зачем тебе такая? Ты ее чуть-чуть поносишь. Так что идем. Сейчас сначала зайдем. Мед купим дедушке. А потом в магазин за сандалями. Лето. Вот сюда мы подошли. Взяли мед. Дедушки взяли килограмм крутого меда и нам полкило. Как я буду свой мед кушать, если он будет у дедушки? Он не будет у дедушки, мы его домой увезем. Просто ты же слышала, они последний день здесь. Если бы мы не купили, ты бы остался без меда. Они приедут только осенью потом. Пчелки мед летом дадут, а они нам его осенью привезут. Я на самом деле очень люблю мед, который вот... Знаете, ну вот я купила в перекрестке какой-то мед. Не мед, а конфета жидкая. А вот этот натуральный, он прям кайфовый. Чего? Мед, который мне понравился, его дайте мне у дедушки. Еще. Хорошо, договорились. Так, теперь за сандалями. Им нам дали продегустировать мед, и я теперь пить хочу. И, кстати, да, видите, я запрягла Артемия, чтобы он эти 1,5 килограмма меда вез на самокате. Ему вообще удобно. Нам скотчем замотали как следует, чтобы не разбились контейнеры. Вот, а мне нести не надо. Я, кстати, как вы заметили, третий день в этом платье. Я приросла к нему. Просто так удобно. И на жару самое то. Оно очень приятное к телу. Мы потерпели неудачу с сандалями. Не подошли мы, чтобы все не померили. Все широкие, колодка широкая. Артемия нога узкая. И вообще непонятно. Кроссовки мы взяли 30 размера, сандалии ему нужны максимум 29. Хотя тоже про них сказали, что они маловерят. И то эти 29 с него сваливались. И кепок не было вообще. Как-то к лету магазин не готов. Ты задумался. О крокодиле думаешь? Угу. Там есть такой крокодил, которого Артемий хочет. Так, заход во второй детский магазин оказался более удачный. Магазин менее презентабельный, но тем не менее мы нашли сандалии. Остановись, зайка, покажу, какие. Взяли в итоге 28 размер. Ну, то есть это вот прямо сейчас ходить. Если брать больше, болтается на нем. Поэтому взяли вот так. При этом кроссы 30-го. Короче, производители штампуют как хотят. 29-й возьмем. Так, потом кепку взяли. Покажите. С Человеком-пауком. Вот такую. 350 рублей стоило. А сандалии стоили 1400, кроссовки дешевле были. Еще Артемий взял гусеницу. Будешь показывать? Где она? Не пушка эта. Вот такой дребедень. Ухватил за 100 рублей. Ну я уж разрешила. Нет, довольна. Все, теперь идем. У меня тут в пакете кроссовки его. Надо будет вообще Артемию потом их переложить, наверное. Вот, да, идем на вокзал. Осталось до электрички у нас 40 минут. Идти 20. Но я медленная. Поэтому, надеюсь, мы успеем. Я с удивлением для себя открыла, что ребенок уже настолько взрослый, что ему тоже нужен билет с 5 до 7 лет. Билет полцены. А потом уже взрослый.
Возьми еще что-нибудь. Виноградинка вон большая. Вот это? Да. А киви будешь? А я вот это попробую. Что это интересно? Попробуй, попробуй. А я угадал? Сколько ты говоришь дедушке лет? 50, думаю. 50? Нет, ему немножко побольше, я думаю. 56. Еще больше. 57. Намного больше. Ты маленькими шагами идешь. 50-25. Ну, это если вот это все сложить, уже ближе окажемся. А давай еще больше. Не 50, больше. 56, 5, 6, 7, 8, 2. А дальше какой десяток идет? Не знаю. После 5 что? 6. Значит, 6. 10. 5. Вот спрашивай. И вы 60? Нет. Дальше. Какие цифры идут? 70? Да, но нет. А еще больше? 18? 18. Точно, дедушке 18 исполнилось. 18. Ну, почти 80. Дедушке 80 сколько-то? Да. Вот, а ты вот скажи, Артемий, Петру Первому сколько сейчас исполнилось? Ой, даже я не знаю. Он уже умер. Ну, умер, но все равно. Если бы он жил, сколько ему было бы лет? Наверное, 50 миллионов. Нет. Может, 350? Может, 300 миллионов? Немножко перехлестнуло. Да, он моложе был, когда Питер основал. Я так просто по дате основания Петербурга сориентироваться пыталась. У него вчера был день рождения. Ага, и сколько ему исполнилось? А? Сколько исполнилось ему? 300. Ровно 300? Да. А почему? Ну как? Ты можешь? Петру Первому? Да. Но он же Питер основал. Что, да. В 1703. Да. Как может быть городу больше лет, чем Петру Первому? Да? Ты думаешь? Я не знаю, ты меня запутал, в чем подвох. Ну ты меня тоже запутал. Спасибо, спасибо, спасибо. Здоровья тебе побольше, вот тебе же красоты. Да. Торжественное вручение других подарков. Да. Адидас. Адидас? Адидас. Потом, зайка, ну подожди, положи его на место. Вниз это хорошо. А мы принесли вот, вот этот медок вкусный. Адидасовский вниз. Да, ты дедушка будешь. Ну понятно. Они эластик, да. Карманы на молнии. Внизу молнии, если тебе что. Можно подстегнуть. Опа. Да, у дедушки была униформа, рубашка и треники. Как, вот так примерно. Смотри, какие. Цветы какие красивые. Здорово. Ва, какой мне подарили. Ва. Тебе дедушка даже Алишерба позавидовал, штаны от Адидас. Да. Это хорошая вещь. Дреды. В ожидании Алишера мы вышли погулять, тут пришел дедушка. Ку-ку, что ты несешь? Несет тебе что-то. Ай, меня комары кусают. Ягоды, что ли? Да. Ой, спасибо. Обалдеть. Ой, у Артемия счастье будет. Класс. Спасибо большое. Ратюша будет очень рад. Да, это будет обжорство. Иди сюда. Че, покажу тебе. Смотри, пришел дедушка, смотри, что принес тебе. Что? Заглядывай в пакет. А вот и бабушка? Вот этот. Нет, это бабушкин. Вот, и тут смотри. А, как пахнет! А вы же здесь сейчас? Нет, она не мытая. Нет, она не мытая. Дома можно. Ты рад? Да. Я пытаюсь от девочки сбежать. Ну иди сбегай от девочки. Ну давай, сбегай. Мы едем домой. Нас забрала Лишера. Понятно. Вижу. Мы приехали домой. Слава богу. Пока ехали, я так перегрелась, хотя мы и с кондеем, как бы, и окна там открывали. Ну, короче, я
нельзя, своему положению очень тяжело переношу жару. Сюда приехали все строились, как у нас прохладно. Я сидела во дворе, потом на скамейке минут 15-20, на площадке. Артемий гулять попросился, там его подружка как раз гуляла, Артемий был очень рад. Вот, я, короче, пришла в себя, потом пошла домой, только приняла душ прохладный. Мне так хорошо. Я просто еще у бабушки с дедушкой перегрелась. У них душная квартира, она на южную сторону. И если у нас квартира тоже практически на юг, но при этом она... В общем, у нас окна закрываются деревьями. И когда солнце светит сверху, на солнце очень мало попадает летом. А у бабушки с дедушкой квартира на восьмом... На седьмом, на восьмом, я все время путаю, этаже. И она ровно над кронами деревьев. И поэтому солнце начинает лупить и неимоверно нагревается, душно становится. Ну, в общем, я там в электричке нагрелась, потом у бабушки с дедушкой еще подогрелась, потом на обратном пути. Вот сейчас такой кайф. Свежо, охладилась я. Вообще, красота. Сейчас... Покормлю собаку, попробую ягодки, которые дедушка нам отдал, вот, а потом вообще пойду в кровать. Ну, сейчас 8 вечера, ну, это к 9 как раз. А к этому времени уже вернутся Алишер с Артемием домой. Они сейчас гуляют до 8:30, я сказала, можно погулять. Вот придут, тоже Артемий положит на это, и ляжем спать. День отличный. Очень я была рада увидеть бабушку с дедушкой, потому что я по ним соскучилась. И когда я их видела, сколько, в 28 недель на сохранение попала, да? И я вот как раз хотела на тех выходных к ним поехать в гости. А сейчас у меня 32 недели, здесь больше месяца, мы уже не виделись, полтора месяца, наверное. И вот, конечно, соскучилась по ним. Сегодня очень много болтали, я поэтому у них мало снимаю, мы просто общаемся, разговариваем. Ну, когда видимся так редко, естественно, хочется наговориться в первую очередь. Вот, бабушка такая, ой, тебя не узнать, ой, какая ты большая. Я говорю, да, я сейчас вообще как круглая. Мама смеется, говорит, ты как крейсер «Аврора». Я пытаюсь пройти между стульями, мне никак не пролезаю. Короче... Весело, хорошо. Ну вот на следующих выходных у бабушки день рождения, а потом и мой день рождения не за горами, так что в ближайшие недели, дай бог, мы будем часто видеться. Вот. Ну ладно, буду на этом завершать влог. Пойду отдыхать, остывать дальше. Сегодня мне это нужно. Поездка меня утомила, хотя она была классной. Подумала, к нам стучаться, но это не к нам, это соседи дверь закрывают. Вот, ну все, до завтра. Пока-пока. Thank you.